Добрый вечер. В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. 653 закона приняли депутаты Госдумы в прошлом году. Без устали работают, потому что это примерно по 2 закона в день. О самых важных из них, вызвавших большой резонанс общества, поговорим сегодня со специалистом. И в качестве эксперта мы пригласили Андрея Кондрашова, профессора, доктора юридических наук, заведующего кафедрой конституционного, административного и муниципального права Сибирского федерального университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Длинная у вас должность и спектр, которым вы занимаетесь. Самая последняя новость, на которую все отреагировали, это закон об обезличенных декларациях. Ну, кто, может быть, вдруг не слышал, да, раньше публиковали декларации, все депутаты и муниципальные служащие обязаны были это делать. Сейчас они тоже подают эти данные, но мы это увидим только в некой общей сводке, я правильно понимаю? Ну, тут два момента, о которых нужно точно сказать. Законопроект уже поступил в Совет Федерации, то есть он будет принят буквально в ближайшие дни. Ну, пока он еще законопроект. Но он уже в двух чтениях. В трех прошел. Он предусматривает два момента. Во-первых, соответственно, все региональные депутаты и депутаты представительных органов, которые работают на непостоянной основе, это большинство, ну, представительные органы муниципальные, там практически 90% с лишним, а региональных это от 50 до 70%, они теперь не будут вообще подавать декларации, декларировать свои доходы вообще, полностью. За исключением одного случая, если там у них доход их и супруги превышает как бы вот трехлетний. То есть имущество, которое приобретено, крупная сделка, превышает трехлетний доход. Это одно единственное исключение. И второй момент, который этим законом предусмотрен, что вот как раз о чем общество узнало, да, что все декларации даже депутатов, которые работают на постоянной основе, включая депутатов Госдумы, сенаторов Совета Федерации, они не будут публиковаться. Точнее, будет некая опубликована некая информация обезличена. Ну, что это такое? Ну, условно говоря, вот депутатов в доме 450, вот у них такое-то количество объектов недвижимости, такое количество участков и такой-то доход. Причем мы не сможем понять, доход это какого конкретного депутата, какое имущество за ним закреплено, ну и так далее. Ну, и, кстати, это тоже может быть обидно каким-то депутатам, которые, например, бедные, а ненавидеть их будут так же, как слишком богатых. Ну, неравенство. Что почувствовали люди? Люди чувствуют то, что от них закрываются. Зачем сейчас, когда вроде бы как пытаются людей как-то сплотить, и прекрасно понимая, какую реакцию вызовет подобный закон, все равно его принимают? Логика у власти несколько другая. Госполитики. Там, ну, видимо, это мое предположение. Или там такие цифры, что они... Нет, там, видимо, есть предположение о том, что вот как раз публикация данных об имуществе депутатов, государственных служащих, скорее всего, закон пойдет дальше. Если сейчас там распространится на депутатов, скорее всего, следующим этапом, новым законом, освободят от публикации, по крайней мере, данных. И служащих органов государственной власти, органов муниципальных органов. Это, скорее всего, следующий этап. Но логика очень простая. Обществу не нужно знать о том, какое имущество, какие доходы получают соответствующие государственные служащие, депутаты, потому что это общество, как бы сказать, ну, разъединяет, а тем более, что... Ну, вы знаете, что уже достаточно давно, несколько месяцев назад, был принят закон о... скажем так, запрете предоставлять данные из ЕГРП. То есть можно предоставлять, если вы сами лично подпишете, что вы согласны, что ваши данные о имуществе, которым вы владеете, могут быть доступны по выписке. Этот закон вступает в силу, если не ошибаюсь, с 1 марта этого года. Вот. И это укладывается в общую логику. Общество, по мнению, видимо, ряда вышестоящих госслужащих, не сложно сказать кого, не должно знать о том, какими доходами, каким имуществом обладают слуги народа, потому что это поляризует, это создает определенный негатив в отношениях между народом и властью. Я бы вкратце так сформулировал. Ну, вот, ну да, я теперь тоже понимаю, так один повод
побесить общественность, а так будет 450, сколько там, если по каждому посмотреть. Еще один момент, тоже он, который связан с финансами. В начале января президент предложил денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. То есть это некая международная договоренность, в которую тоже вступила наша страна, а теперь наша страна денонсировала это. То есть я вообще, кстати, я не помню, чтобы я слышала такой термин, который сейчас стали использовать в прессе. Наверное, мы его давно не слышали, подозреваю. Ну, опять же, здесь тоже есть определенная логика. Но она не только связана с тем, что, как нам объясняют, что денонсация целого ряда соглашений, которые мы подписали, будучи членом Совета Европы, европейские, в том числе Европейской конвенции о защите основных прав и свобод, и в том числе, соответственно, вот отдельная ответственность, там 44 соглашения, включая там дополнительные протоколы, в том числе об ответственности, уголовной ответственности за коррупцию, они укладываются вот в этот общий тренд, когда, ну, под, соответственно, эгидой известной нам операции, обществу, ну, как бы Россия говорит Европе, прежде всего, о том, что оно не собирается соблюдать те соглашения, которые были подписаны. А здесь еще удобство состоит в том, ну, как бы удобство для власти, что как раз вот эта конвенция, она устанавливала достаточно жесткий мониторинговый механизм контроля и борьбы с конкретными коррупционными проявлениями. То есть Россия должна была каждый год отчитываться перед соответствующей, там есть в рамках вот этой конвенции сформирована так называемая группа государств по борьбе с коррупцией, там сокращенно ГРЕКО. Там 49 государств, ну, сейчас у меня еще уже входит в состав, если Россия не вышла, вот, которые регулярно, этот мониторинговый механизм работал, Россия получала соответствующие рекомендации, которые необходимо было внедрять, изменять законодательные стандарты, и достаточно много было сделано в рамках вот этого мониторингового механизма. Сейчас, как вы понимаете, он не работает, и Россия может эти рекомендации, собственно, не выполнять. А вот смотрите, обратная сторона медали тоже наверняка есть, потому что мы же тоже какую-то информацию получали про наших, да, про наших людей там, за границей. А теперь мы будем лишены знания о том, что там делают против нас, например, ну, к примеру. Это был взаимный обмен информацией. Mm-hmm. И мало того, что Россия получала очень большую информацию о том, какими методами, соответственно, происходят наиболее эффективные механизмы предотвращения коррупционных преступлений, борьбы с ними. И активно это использовала, в том числе для совершенствования нашего законодательства. Ну, как мы видели по последним скандалам в Совете Европы, там тоже не все. Нет, конечно. Не все борьба гладко. Борьба с коррупцией — это глобальная проблема. И она действительно очень большое распространение имеет везде. Как это повлияет на ситуацию в нашей стране вообще? Вот не глобально, а вот на нашей жизни это как-то отразится или нет? Ну, как мы знаем, помимо того, что мы вышли из вот этой конвенции, уже денонсировали фактически, вышли даже раньше, Россия, как вы знаете, также не применяет статью 20 Конвенции ООН о борьбе с коррупцией. Это еще один документ. Мы являемся стороной этой конвенции до сих пор, но не применяем одну из самых известных статей. Статья о неосновательном обогащении. То есть, когда статья 20 предписывает странам, которые подписали эту конвенцию, принять на законодательном уровне меры, установить, по сути, уголовную ответственность за вот это так называемое неосновательное обогащение. То есть, когда активы соответствующего госслужащего, депутата, там не только, широкий спектр субъектов, превышают его легальные доходы. Ну, да, всю его жизнь. Да, ну, там, за определенный период. Да. Да. Россия отказывалась вводить эту норму, прежде всего, руководствуясь там 49-й статьей Конституции, что это нарушает принцип презумпции невиновности. Ну, многие эксперты, в том числе и я, не согласен с таким толкованием статьи 49-й Конституции, потому что, ну, многие страны, включая это ведущие европейские страны, Франция, там, Нидерланды и так далее, такую ответственность ввели и постепенно вводят. Да, некоторые страны отказываются вводить такую ответственность, но, на мой взгляд, потенциал, особенно в России, потребности в такой уголовной санкции, он достаточно большой. И отказ, вот, ну, и совместный еще отказ от исполнения и участие в конвенции, Европейской конвенции о борьбе с коррупцией, конечно, серьезно снизит возможности государства по привлечению к ответственности, прежде всего, должностных лиц
Ну, то есть и самим же хуже будет тоже, да? Конечно. По сути, вот эта безнаказанность, она развяжет руки? Как вообще обычно это происходит? Она может развязать руки, прежде всего, потому что государство активно секретит, ну, в кавычках будет, скажем так, активно секретит информацию о доходах соответствующих власть придержащих, ну, будем говорить таким общим словом, да, активно секретит ее от гражданского общества, собственно, от народа, да, чтобы народ не имел такой собственной информации. А это же, ну, как бы имеет и другой аспект, да. Если эта информация секретится от народа, значит, соответственно, можно в различных целях, да, соответственно, ну, произвольно, скажем так, мягко, применять соответствующие санкции как в отношении там, по определенным политическим мотивам, неполитическим мотивам, так и их не применять. Угу. А ЕСПЧ долгое время был такой палочкой-выручалочкой для большого количества людей в нашей стране. Огромное количество дел, там сотни, по-моему, чуть ли не тысячи. Тысячи. А что теперь? Значит ли это, что теперь у нас, вот у человека нет вот этой... Ну, надежды на какое-то без, ну, рассмотрение его дела беспристрастное? Сложно сказать. С выходом России из соответствующей конвенции действительно, ну, ЕСПЧ считалось, что вот еще полгода мы тут до октября месяца он мог рассматривать дела против России. Россия считает, что уже там с 15 марта, если не ошибаюсь, уже не мог. Ну, эта разница толкования не так существенна, на мой взгляд, как опасно то, что фактически единственным, ну, стражем конституционности в России остался Конституционный суд. Да? Но при этом последние годы мы что наблюдаем? Там две тенденции. Во-первых, Конституционный суд серьезно, на мой взгляд, количество жалоб туда растет, а количество рассмотренных дел-то не так сильно растет в год. Оно примерно стабильно. И с точки зрения вынесения количества постановлений, там 30 в год, условно говоря, и разного рода отказных определений. И на мой взгляд, вот в условиях прекращения работы ЕСПЧ по жалобам из России, конечно, Конституционный суд просто элементарно не справится с тем количеством жалоб, которые будут поступать. Либо он их будет просто все отказные определения публиковать, и не доходя до вынесения даже постановлений, по большому счету. Ну, либо там очередь на рассмотрение затянется на годы. А что у нас вообще, кстати, с судебной системой? Я часто слышу, что не справляются, затягиваются дела, там не хватает судей или что, судов. Ну, 25 тысяч судей примерно работает в нашей судебной системе. Что касается конституционного... У них тоже, кстати, засекретят или нет? Имущество, да, конечно. Безусловно. Это как бы общая тенденция, она распространится на всех государственных служащих. Вот. Проблема-то состоит в другом, что наша судебная система, она достаточно такая костная, скажем так, несмотря на введение там электронного доступа к правосудию, которое, в общем, должно было упростить гражданам, да, подачу исковых заявлений и так далее. Несмотря на это, достаточно большие проблемы мы испытываем с тем, что и дела рассматриваются достаточно долго, несмотря на возможности подачи, да, электронной подачи иска. Вот. Связано это с тем, что действительно количество обращений в суды растет, да, действительно так, ежегодно растет. А судебная система тоже не всегда справляется с таким. А она не растет. Она не растет, да. Количество судей достаточно стабильно. И причем почти 2000 в год меняется. Между тем, какую-то завидную производительность показывает депутату Госдумы. 653 закона за год. Это по 2 закона в день без выходных и каникул. Ну, понятно, что какие-то законы, они проходные, ну, да, ну, да, нужно там что-то зафиксировать, но какие-то вызывают... Это вообще нормальное количество законов? Нет, последние, наверное, несколько лет, ну, как минимум, вот этот созыв Госдумы и прошлый, ну, мы стали рекордсменами в мире по количеству принимаемых законодательных актов. Конечно, это ненормально, потому что то количество изменений, оно, ну, не мотивировано, по большому счету, той законодательной необходимостью. То есть зачастую эти законы носят характер незначительных правок. Зачастую это, ну, в последнее время там большое количество, конечно, репрессивных актов, которые ограничивают права граждан. На мой взгляд,
достаточно избыточно и чрезмерно. Но это моя точка зрения. А что же касается вот общего вала, законодательного вала, ну, большинство моих коллег рассматривают это действительно как определенную проблему для страны, потому что многие законы принимаются, ну, скажем так, мягко говоря, без существенных оснований для их принятия. То есть либо это популистские мотивы, либо лоббистские инициативы и так далее и тому подобное. Андрей Александрович, заканчивается, к сожалению, время нашей программы. Но скажите, пожалуйста, юрист получит, как профессия, получит какой-то новый толчок, новое дыхание, или это станет очень проблемной профессией? Вот вы же работаете в учебном заведении. Да, ну, как вам сказать, юридическая профессия, она будет нужна всегда и везде. Независимо от того, какой политический режим в стране, независимо от того, ну, скажем так, насколько правильно, корректно применяются юридические нормы. Потому что в любой, как бы, ситуации, если в стране не отсутствует хаос, да, юридическая норма действует. Насколько эффективно, насколько точно, насколько граждане могут, ну, скажем так, доверять государственным институтам, тем же самым судам, иным правоприменительным органам, там, условно говоря, полиции и так далее. Это в том числе вопрос качества работы каждого юриста в этой системе. Ну, я надеюсь, вы хороших будете. Пожалуйста, готовьте нам хороших юристов. Мы стараемся. Андрей Кондрашов, заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права СФУ, доктор юридических наук, был сегодня гостем в нашей студии. Спасибо. Это была программа «После новостей». Увидимся.